95. Да? Нет, вот М95, по-моему, вот это как раз, которая до Читы идет. Я не знаю точно. Я дальше Урала, я в эту сторону, Иваныч, я все на запад. Я до Парижа доезжал на своей машине. А это самое. Дальше Урала. Я в эту сторону что-то как-то не очень хочу ехать. Опасно, да? Да ну не то, что опасно. Но меня вот кореш в прошлом году, я же тебе рассказывал. Ну, мой однокашник, он вот уехал в Севастополь. Мы вместе с ним приехали по распределению на Дальний Восток. И вот он это самое, у него отец умер. Ну, то есть мать давно, ну как давно, года 3-4 назад умерла. Вот они, настоящие джунгли. Вот так вот люди живут-то. Это самое. Сейчас проедем. И он, это самое, семья улетела, он с сыном. Ну, на машине на своей ехал, гнал машину. Ну, я у него спрашивал, я тебе скажу, когда он ехал. Но он, правда, ехал буквально перед самым Новым годом. То есть вот он приехал, и вот эти все события начались. То есть он еще ехал, собирался стать украинцем. Потом передумал, да? Не, он не передумал. Они начали оформлять документы, все. Вот, эта вся херня и началась. Вот, они еще...